Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня видео о хороших и плохих фирмах для трудоустройства в Польше. Но сегодня я не буду рассказывать о фирмах хороших или плохих. Я предлагаю создать в комментариях рекомендации. Кто желает порекомендовать для своих знакомых или для кого-то еще, может написать в комментариях. Рекомендую эту фирму, опыт работы такой-то, и работал, был доволен, или же наоборот, не рекомендую, получил такой-то опыт, поэтому никому не рекомендую работать с этими фирмами. Я надеюсь, что это как-то упростит работу наших граждан в Польше. Вы скажете, да уже таких видео было давно. Да, их было давно, но они были в том году. В этом году я предлагаю создать новые, и понятное дело, что может появились какие-то новые фирмы для трудоустройства. Поэтому, пожалуйста, пишите в комментариях, рекомендуете вы или не рекомендуете. Еще хочу обратить внимание, что есть такой сайт в Украине, который называется «Внутри». Ссылку на этот сайт я дам под видео. Там вы можете ознакомиться с фирмами, и там люди пишут о своем опыте работы на данной должности и на данной фирме. Поэтому до новых встреч. Жду ваших комментариев и ваших рекомендаций. Всего хорошего. Пока-пока.